Всем привет! Сегодня мы будем с вами готовить кабачок, тушеный с куриной грудкой. Для начала кабачок очищаем от кожицы. Теперь кабачок нарезаем кубиками. Нарезали кабачок кубиками. Морковь наша нашинкована. Я буду готовить вот в такой жаровне. Куриную грудку нужно немножко посолить. Укладываем на фитилек сковородку и закрываем крышкой. И теперь режем наш помидор. Высыпаем наш лук и немного его обжариваем. Теперь берем нашу морковь и высыпаем ее также к нашей куриной грудке. Обжариваем 3-4 минуты. Теперь берем наши кабачки, высыпаем. Добавляем немного черного молотого перца. Все перемешиваем и тушим до готовности. Наши кабачки дошли до готовности, и теперь мы приготовим наш соус. Для соуса мы взяли 2 столовые ложки майонеза и столовую ложку сметаны. Берем наш зубчик чеснока и натираем его на мелкой терке. Или выдавливаем через чеснокодавилку. Все тщательно перемешиваем. Теперь берем наш соус и выкладываем его к нашим кабачкам. Все перемешиваем. Наше блюдо готово, и осталось его разложить только по тарелочкам. Посыпем немного зеленью. Приятного всем аппетита!